Настоящая любовная история развернулась в следственном изоляторе Караганды. В результате интимных свиданий с осужденным одна из заключенных оказалась в интересном положении. Забеременев, женщина решила поквитаться с надзирателем, который помог двум влюбленным встречаться и получил за это денежное вознаграждение. Женщина обратилась в управление собственной безопасности ДВД и рассказала подробности нелегальных встреч. История с беременной осужденной буквально взбудоражила уголовно-исполнительную систему. Началась она еще в прошлом году. Согласно материалам дела, осужденная зачала ребенка от заключенного, который так же, как и она, отбывал наказание в СИ-16. Нелегальные свидания для заключенных устраивал один из надзирателей. Полицейские установили, что предприимчивый оперуполномоченный получал за эти встречи определенную плату. В ходе расследования было установлено, что осужденные для встречи с другим осужденным им было предоставлено свидание сотрудникам следственного изолятора. В связи с этим в данном случае уголовное дело, то есть в отношении сотрудника, было направлено в суд. После написанной жалобы женщина потеряла ребенка, пояснили в прокуратуре. Сейчас правоохранительные органы проводят в СИЗО тщательную проверку. По нему еще пока процессуальное решение не принято. Потерпевшую в целях ее же безопасности перевели в другое учреждение. Также стало известно, что она отбывает наказание за кражу и мошенничество. Самое интересное, из-за выкидыша невозможно проверить тот факт, что осужденная забеременела именно от заключенного. Айям Амрина, Жасула Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.